твою мать, там молнии херячили. Так, ну и ветер как раз на нас. Вот это интересно, конечно. Ярик идет. Прячется кто как может. Что вы делаете? А? Что вы делаете? Многоходовочки. Как? Вот так, по дорожке. Там же, по идее, красиво должно быть. В лесу тоже. Вау, одуванчик. 300 лет не видел одуванчиков. А нет, это не одуванчик. Я там это как я. А вот это кто? Желтенькая маленькая. Слушайте, ребята, успокоилась. А ты не думаешь, что я могу закисать перед бурей? Реально успокоилась. Она как-то так непонятно очень. Он только что был, теперь прошел. Я так понял, вот эта туча, вот она покапала и улетела. Нет. Ну да, а это идет. И вот это, а это там капает. Ну так оно и будет капать. Думаешь? Ну видите, это сюда идет. Ну вот да. Туда, вот 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 туда, у Яны есть палки, она... Отмахается, отмахается от дождя. Яна, прогоняй дождь, давай, прогоняй его. Давай, давай, прогоняй. Ты туда пошел, слышь, а ты туда, братан, сорян. О, молния была. Да? Прямо на по Еремчу, да? Ну, похоже на Еремчу вроде как. Ух ты ж, блин, звучит угрожающе. Так и говорит, блядь, папа. Ага. Стоим, ждем, пока нас накроет, короче. Давай, давай, шамана, шамань. Я решала, что дождь нас не трогает. Он туда идет. Прогоняй, прогоняй его. Кроме, мало того, что есть следопыт, организатор, так есть еще шаман. А кто следопыт? Не знаю. Оля, чувак на моцике едет. Ботаник, кто он идет. Альбина нас поедет, ягоды, грибов. Там сзади чел на мотоцикле едет. Ты с ним общался? Да. Так он мог тебя подкинуть. Да не, развалился. Можно посмотреть. О. Пацан катается себе нормально. У них там еще один мотоцикл. Так, по-моему, он проходит стороной.